3, 2, 1, 0. Прибыли на Мальдивы. Красивая печать уже стоит в паспорте. Ну что, полетаем на водном самолете? Так встречают всех любимых туристов. В этом месте я останавливаю видео, чтобы рассказать вам интересные факты про Мальдивы. Мальдивские острова состоят из 1200 островов, 200 из которых заселены. Мальдивские острова попали в Книгу рекордов Гиннесса как страна с самым плоским рельефом. Ни один из островов не выступает из воды более чем на 2,5 метра. Посмотрим на наш номер и прогуляемся по территории отеля. Так как из-за карантина мы не могли попасть на другую часть острова, где можно увидеть закат, я рассвет встречала раз 5. Вы помните, что около 200 островов населены людьми, а из них 83 острова отведены под уникальные отели.
Самый первый отель на Мальдивах был построен и открыт в 1972 году. Ежегодно Мальдивы посещают более 2 миллионов человек. По мальдивским законам высота здания отеля не может превышать самую высокую пальму на острове. Продолжаем прогулку, идем в джунгли. Королева местной флоры – кокосовая пальма. Основной вид отдыха на Мальдивах – ныряние с маской и дайвинг. Невероятно красивый коралловый риф. Thank you.
Это было незабываемо. О еде можно говорить вечно. Большинство туристов на Мальдивах находятся на полупансионе или полном пансионе. В первый же день, во время прибытия, вам определяют столик, за которым вы будете сидеть на протяжении всего пребывания. Завтрак обычно подают с 7 до 10, ланч с 12:30 до 14:30 и ужин с 19 до 21. Мы брали полный пансион, поэтому у нас ходил завтрак, обед и ужин. Во все дни завтрак был однообразным и стандартным. Касательно обеда и ужина, это было великолепно. Каждый день разные салаты, разные супы, гарниры, мясо, а рыбы просто завались. Во время обеда и ужина к нам выходил шеф-повар, который общался с гостями, спрашивал, что нравится, что хотелось бы. Так как шеф-повар был родом со Шри-Ланки, он великолепно готовил мясо, а именно говядину. Если у кого-то из гостей в этот день праздник, юбилей, день рождения, то поздравляют, выносят тортик, красиво оформляют цветами и цветными рисинками покрашенными. Нам в последний день оформили стол с пожеланием вернуться еще раз. Эту рыбку нам приготовили на следующий день. Пока любимый супруг примерял на себя роль добытчика и охотника, я занималась более важными делами.
морской мови. Эй, женщина, смотри, это я словил. Ох уж этот пляжный отдых. Feel alive. We fly above the mountains day and night. We dive under the water, purify. Every moment is an adventure. With every breath we take, we feel alive. Ну что, давайте поныряем.
Не знаю, что еще добавить. Возможно, прыжки с пирса. Возможно, 38-е фото с веткой пальмы. Возможно, взлет гидросамолета. Или как волна смывает нарисованный рисунок с песка. Пока!